И снова всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем играть 7 Days to Die. У нас 27-я ночь начинается. Я занят домашними делами. Минимум мне хочется оставлять на последний день, поэтому я вот заморочился. Продолжаем изготавливать бронированное стекло. Оно очень долго делается, блин. Очень долго. Но зато у нас много железа. Скотч у нас сделался, а из скотча мы можем делать ремонтные наборы. Итого у нас 32, соответственно, по количеству скотча. Гаечный ключ мы только первый можем делать. Гвоздемет. Вот еще что. Гвоздемет. Но здесь, блин, нужно 20 стали. Есть ли смысл при наличии молотка? Там, по-моему, 5-й, что ли, у меня молоток. Гвоздемет, он, конечно, быстрее, чем молоток, вроде бы. Но он, блин, только первого качества. Кирка вторая. Здесь у меня 5-я. Это 2-я, понятно. То есть здесь у нас все отстойное получается. Динамитная шашка, но нет, она разрушает блоки, насколько я знаю. Нам это не нужно. Деревянный лук, но тоже он только первого качества. Мы, кстати, даже можем делать каркас мотоцикла. Вот, кстати, к вопросу о декоре. Мы можем делать вот такую лампу. Вот только интересно, она будет гореть? Бесполезно. Почему почти бесполезно? Полностью бесполезно. Мачете у нас первого качества. Бронированная сумка первая нам не нужна. Мы даже можем делать вот такой жезл зачем-то. Ружье первого качества. Прожектор, кстати, вот его можно было бы сделать, он неплохо освещает. Это первого качества. Все это, конечно, отстойно. Не вкладывался я в производство таких вот вещей. Сосредоточился, как видите, на стали. Шлем пожарного. Хорошую защиту и сопротивление жаре. Странно, почему он красный? А вот это мы уже ничего делать не можем, естественно. Ну что тут? Процесс идет, но очень медленно. Всего 4 пластины изготовились. А здесь уже все. Здесь уже все. Возможно, здесь мы еще сможем эти пластины заказать. А, ну здесь нужен еще один тигель. А на тигель нам нужно что-то до хрена всего. Ну-ка. Тигель. Да, 100 железа. Механические части. Камней у меня нет. От слова совсем, кстати говоря. Камней-то у меня нет. И глинистого грунта у меня нет. Но я сейчас в шахту не полезу. Камней мы наколупаем на ремонт попозже. К сожалению, да, вот. Единственное, что мы можем здесь, это выгрести отсюда весь песок. Да. Да. Вот таким вот образом. И закинуть в ту вторую вот эту кузницу. Пожалуй, да, это единственный вариант. Но он не дает, очередь занята, видите? Очередь занята. Я не вижу смысла наблюдать, как плавится песок. Я думаю, что... Так, здесь у нас что? Клей производится. Очень медленно. Я думаю, что нам имеет смысл пойти и поставить то, что уже сделалось. Вот эти 6 штук. Вот так вот они выглядят.
Это одна полностью сторона нашей базы. Включаем фонарик. Смотрим, медведь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж такое-то, а? Так, нам надо как-то технично сделать. У меня есть вот здесь вот подъем. Вроде бы он меня не спалил. Я могу его в башку пострелять. Что-то затупил. Да, и из-за этого козырька мы не можем его атаковать. Интересно, молот будет по медведю бить? Ну, не особо. Не особо молот по нему дамажил. Но это простой медведь. Мы с него получим кучу мяса. Кожа, костей. Ну, полезный. Полезный, конечно, мишка. Но только приходит всегда внезапно. Вот. Как-то так. И, наверное, надо будет еще бензина немножко наковырять, потому что у нас его было мало. А что за краснота, я не понял. Что за краснота? У нас не орда. Давай прекращай. Ха, и краснота ушла. Это странная краснота, непонятная. Так, ну давайте вот здесь вот вырубим. Чтобы, так сказать, было красиво. Нет, это не полностью сторона, это 6, это только... Что-то я прогнал, какая сторона тут? 5 на 3, это 15 блоков, только на одну сторону нужно. У меня же не 3 блока шириной. Блин. Давайте все равно выковырим, раз уж я пришел. Хоть посмотрим, как это будет выглядеть. Так себе топорик, откровенно говоря. Стамину расходует много. Дамага наносит мало. И... подождите-ка. Вот такой мне нужен. Да. Вот. Вот такой вот мне нужен. Так. Размещать его нужно аккуратно, потому что прочность у него 3000. А чем он ремонтируется? Ремонтируется он такими же блоками. То есть мы не сможем его частично отремонтировать. Только если его полностью разрушат, мы сможем его заменить. Но зомбакам разрушать его никакого резона нет. То есть они меня через него не увидят, только если какой-нибудь полицейский вот отсюда плюнет. Тогда он сможет разрушить вот эти блоки. Но прочность 3000, он задолбается плевать, и у него не будет на это просто времени. Так, ну а здесь булыжник. Кстати, что у нас по булыжнику? Булыжник есть. И цемент, кстати говоря, тоже давайте проверим. Цемент тоже, в принципе, есть. Железо есть. Сталь здесь есть. В целом все здесь есть. Вот это тоже я выложу на ремонт. На всякий случай. Все здесь у нас есть. И корде мы в целом готовы. Если не брать в расчет, конечно, вот эти вот стеклянные блоки. Я думаю, что эта конструкция простоит еще не одну орду. Особенно если... провести дальнейшее укрепление по блокам. Так,
кто-то здесь парится с разрушением. А, вон она. Но она не одна. Там еще кто-то. Я слышу шаги, причем такие активные. Вот он. Раз. Ну и сколько их здесь набежало? Это обычные. И мы видим, что получаем больше опыта в ночное время. Там был какой-то скилл у меня вроде на это. Ну, немножко больше. Не критично. Ну и все. Значит, база наша готова. Осталось подкрафтить немного ресурсов. В принципе, все. Давайте еще закажем. Еще 9. Отлично. Просто отлично. Ну, одну сторону мы, пожалуй, сможем заделать полностью, когда все это докрафтится. Но днем я схожу опять по заданию, как в прошлый раз, чтобы даром время не тратить. Выполню какое-нибудь задание. Так. Так. Еда у меня, в принципе, есть. Можно, кстати, перекусить. Можно, наверное, еще даже, вы знаете, еще приготовить мясо. Хорошее вот это продукт, вареное мясо. Мне нравится. 7 минут. Вот так вот. Очки эти я буду таскать с собой, чтобы я... Наверное, сейчас лучше их переодеть. И не забыть еще вот что. Вот этот эликсир. Я его возьму с собой. Потому что может случиться так, как в прошлый раз. Это есть. В целом все здесь есть. Вот так вот. Маловато патронов. Патронов надо взять больше. Я думаю, что 150 мне хватит. Мы не перезарядили автомат. Два стака возьмем на всякий случай. Случаи они разные бывают. Здесь вот у нас накрафтились патроны, но мы их про запас отложим. Нечем больше заняться, друзья. Абсолютно нечем. Поэтому серию я закончу. Встретимся мы с вами утром возле торговца. Я возьму задание и отправимся по заданию.